Начинаем. Рядом со мной Настя Мохито. Настя, добрый вечер. Здравствуйте. Настя, расскажите, с чем вы сегодня к нам пришли, чем вы занимаетесь, какие у вас успехи? Я художник-декоратор. Я создаю интерьерные картины, а также декор для дома. Создаю подарки тематические. Свечи, фигурки из гипса, изделия из эпоксидной смолы. А также я организую арт-вечеринки, на которых учу всех желающих погрузиться в творчество и создать свои шедевры. Настя, как давно занимаетесь профессией? Как в нее пришли? Случайно, осознанно выбрали? Как это все произошло? Ну, ничего случайного не бывает в жизни. Я в детстве занималась в художественной школе и с возрастом просто сама развивала свои таланты. Сначала это была техника декупаж, маловарение, полимерная глина. Дальше я стала обучаться интерьерным техникам более серьезно. После прохождения обучения я сама теперь обучаю деток, и мне это очень нравится. То есть мое хобби переросло просто в образ жизни. Анастасия, что помогает вам добиваться результата, приходить к своей цели, какие качества? Мне кажется, что это просто вдохновение и талант, это просто дело жизни. Я просто от этого кайфую, мне нравится заниматься любимым творчеством. Настя, какие у вас пожелания всем тем, кто сегодня здесь собрался, юбилейный выпуск, 60-й, что вы всем желаете? Я всем желаю счастья, любви, творчества, вдохновения. И только вверх, только к звездам. Всем успехов. Все, спасибо. Пока.